В Архангельске сегодня работал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В правительстве региона с его участием прошло заседание рыбохозяйственного совета. О ключевых моментах расскажет Артемий Заварзин. В новых реалиях рыбохозяйственный комплекс России продолжает бесперебойно работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны. С начала года объем добычи приблизился к 2 миллионам тонн, а это не намного, но выше цифр прошлого сезона. Северный бассейн – второй по показателям в России, и рыбаки Архангельской области вносят в динамику большой вклад, в том числе в экономику своего региона. Промысел ведут 16 предприятий, в том числе 4 рыболовецких колхоза. Больше 1,5 миллиарда рублей в бюджет Архангельской области налогов и сборов было перечислено. 1400 человек в рыбохозяйственной отрасли трудятся на территории Архангельской области. Фактически текучка кадров на новых судах прекращается. Это говорит о том, что те условия, которые создаются в том числе для людей, они тоже существенным образом влияют на стабильность. Конечно, работа флота в условиях санкций осложнена. Оперштаб Росрыболовства еженедельно мониторит ситуацию. По словам Ильи Шестакова, созданный в предыдущие годы фундамент позволяет идти уверенным курсом. Есть законодательная база и система преференции для инвесторов, а это основа ускоренного социально-экономического развития Арктики. Произошли позитивные изменения, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Законтрактовано 100 новых судов, 6 уже переданы заказчикам, в том числе 2 судна для Архангельского тралфлота. Они уже хорошо показали себя на промысле. Я уверен, что мы закончим строительство этих всех судов. Оборудование, значит, и механизмы все поставлены. И тут проблем мы никаких не видим. Второй этап инвестиционных вот обсуждается. Соответствующий законопроект нами подготовлен. В регионе активно развивается товарное выращивание рыбы. Есть господдержка. За последние 3 года объем производства аквакультуры вырос почти в 2 раза и составил 260 тонн. Артемий Заварзин, регион 29.